Привет, друзья! Меня зовут капитан Алекс. Сегодня я дособрал свой катер и вступил в ряды спасателей. Мне даже униформу дали. Смотрите, какие красные труселя. Это мое жилище. Здесь есть картина, штурвал, кораблик в бутылке, подзорная труба. Здесь хранятся вещи, здесь висят весла. Это моя кроватка, на столе карты, судовой журнал. И здесь дровишки, мало ли холодно будет. Вы, конечно, можете подумать, что это мусорное ведро с кастрюлей, но это у меня рация такая. И сюда я говорю, а отсюда голос диспетчера исходит. Центральный береговой, пост 2-0-200. О, смотрите, вызов. Пост 2-0 это мой пост. Цифры по координатам на карте, значит, меня просят. Центральный береговой, пост 2-0-200, прием. Береговой, центральному. Слушаю вас. Поступил сигнал, что на маяк доставщик не доехал. Нужно привезти необходимое оборудование, прием. Оборудование какое? Лампочки и моторное оборудование. Так а я что, на доставщика лампочек похож, что ли? Маяк не работает, и если не заработает в ближайшее время, вы будете очень похожи на бывшего сотрудника службы спасения. Так что принимайте сигнал и везите эти долбанные лампочки на маяк. Сигнал принят. Позывной на воде щука. Принято, позывной щука. Это мой катер. Называется щука, поэтому и позывной такой. Сам собирал. Это заправочная колонка. В ней 13,5 тонн топлива. Когда она закончится, надо будет привезти еще. Сейчас мы заправимся и в путь. Топливный бак катера почти 4 тонны. Целиком можно не заправлять, конечно, но я для общего представления заправлюсь целиком. Пока идет заправка, загружу эти долбаные лампочки. Тоже мне командирша. Интересно, как она выглядит. Голос у нее уж больно оригинальный. Так долго таскать, похоже. О, так гораздо быстрее. Здесь в катере у меня 6 посадочных мест и 2 кроватки. Автоматическая коробка передач и прожекторы. Больше пока ничего нет, но за спасательные миссии нам дают награды в виде запчастей и деньжат. А также очки для исследований. Так что катер будет бомбический, но всему свое время. Ну вот, заправились, можно и в путь. Ну что ж, курс на маяк, врубаем ручную тягу и расслабляемся. О, вы посмотрите, лампа-то на маяке горит, работает маяк, а это сказала, что нет. Обманула шельма. Ну да ладно, нам же все равно награду дадут. Ну вот мы и на месте. Так, стоп, а что это там справа? Сигнальный факел какой-то. Щука центральному. Тут рядом с маяком на рифах красный сигнальный факел горит. Я проверю. Принято, щука, проверяйте.
Центральная это щука, а там человек стоит, руками машет. И бакланы, два баклана. Щук, подберите человека. А бакланы, с бакланами-то что? Прием. Щука, сам ты баклан, забирай человека с рифа, окажи помощь. Сам ты баклан. Как тебе забраться-то туда? Эй, привет! Привет, спасите, помогите, вы же спасатель? Ну так смотри, какой я высокий, крепкий, красивый и в красном, конечно, спасатель. Ты тут как оказался? Да я тут это, запчасти вез и не увидел рифы, катер утоп, а я вот тут один, а на маяке никого нет. И это, больно мне, страдаю я, внутри что-то повредил. Понятно, ну что, пойдем со мной, запчасть только оставлю, которую вместо тебя привез. Пойдем. Это сейчас ты жестами что показал? Катер мой не понравился. Ты вон лучше сядь и наслаждайся спасением. Так, раз коробочка, куда бы ее тут поставить аккуратненько, вот так. А теперь хоп! А, мастер паркура. Ха. Так, это мастерство дайвинга. Так, следующую коробочку. Эй! Да что такое? Ну все, вот вам запчасти, дальше сами разберетесь, что к чему. Щука, центральному прием. Запчасти на месте, везу пострадавшего в госпиталь. Поняла вас, счастливого пути. Скоро будем на месте, не переживай. Тебя там отогреют, подлатают. Да я не переживаю, сразу видно, что в надежных руках. Так, надо причалить, только вот катер не очень удобный получается, выход-то через зад только. Ладно, будем думать. Так, пусть работает на холостых, а ты давай за мной топай. Ты там что, вас хочешь ждать собрался? Ты же страдаешь вроде. Давай топай за мной. Блин, не видно низги. А, у меня же фонарик был вроде. О, есть свет. Где там инвалид? Ну, вроде на месте. Щука, центральному прием. Слушаю вас, щука. Пострадавший доставлен, прием. Поняла вас, пострадавший доставлен.
Пока для исследований воздушный фильтр и $11,000. Нормальный тут кэш у вас. Спасибо, принято. На связи, сука. Доставщик какой-то странный. Неудивительно, что он на рифы напоролся. Ну вот и милый дом, первое задание выполнено без единого прокола, так что я молодец, пойду употреблять всякие пирожки. Щука центральному, прием. Слушаю вас, щука. Перехожу на пост, позывной береговой пост 2.0. Принято, щука, позывной береговой пост 2.0. Береговой пост 2.0, слушаю вас. Поступил сигнал, 3 контейнера с ядерными отходами требуется захоронить в подземном резервуаре под атомной электростанцией компании Sky. Инженеры спеца отсутствуют, но отходы изъяты из реактора и находятся на станции, ожидающие захоронения. Там у них силочный погрузчик какой-то есть для работы, или можете использовать свою технику. Необходимо перенести отходы с верхнего уровня в подземный бассейн. Так а как я отходы-то? Они же ядерные. У меня и защиты ведь нет. Вам там красные труселя же выдали? Ну да, выдали. Сила красных труселей будет оберегать вас. О как. Ну, тогда сигнал принимаю. Позывной щука. Поняла вас, позывной щука. Сигнал приняли, удачи. Так, куда нам там? О, это совсем рядом. Не знал, что рядом с АЭС нахожусь. И не верится мне, что труселя эти от радиации защищают. Ёлки, реально же неудобно в мой катер забираться. О, массу не выключил. Но аккум в норме. Оу-оу-оу-оу, вот это прыть. Надо с задним ходом что-то думать. А то летает задом, неприлично же. Ну ладно, погнали. Стоп. Не погнали. Так, все под контролем. Это так и задумано. Ходу. Так, все системы работают нормально. Фиксируем тягу. О, стоп, ящик. Убираем ручную тягу. Где-то тут ящик. Алло, а где ящик? Я же точно видел, неужели показалось? Ну вот, наверное, показалось. Ладно, пошли на станцию.
Что-то похоже, эта станция лагает малость. Наверное, из-за радиации. Где тут причалить-то? О, настоящая гавань. Так, что тут у нас? Лифт? А если вниз нажать? Что? Я же вниз нажал. Зачем так сделали, что он наверх едет? То есть зачем вообще тогда две кнопки тут? Вот эти ядерные контейнеры, и нам их надо перевести туда, понятно. И как туда попасть? Лестница тут или съезд? Так, это прямо подо мной. Ладно. Так, это лифт. Понятно, лифт большой, погрузчик заедет. Короче, проще простого. И зачем они вообще для таких заданий столь высококвалифицированных спецов привлекают? Так, подъем, магнит, элементарно. Есть контакт. Поднимаем. Первый есть. Так, не понял. А магнит что, не будешь? Может ты? А вот так? Я либо погрузчик, либо ядерный отход сломал. Ну давай тогда толкать. Толкать-то можешь? Тогда задом. Нет, задом не надо. Ладно, потом дотолкаю. У меня от одной только мысли о том, что этот контейнер надо туда сейчас толкать, нечто так сильно сжимается, что труселя рваться начинают. Прогресс пошел. Теперь главное, никаких резких движений вообще. Очень плавно и аккуратно. И этот затолкаем сразу, чтобы не мучиться лишний раз. Ну вот, все идеально. Надо теперь лифт опустить. Ой. Нет, нет, нет. Я вот что вам скажу. Нечто сжалось так, что труселей больше нет.
Попробуем выйти. О, нормально, вышел ведь. Ну-ка, а руками их вообще можно брать? Вы серьезно? Зачем я вообще с этими долбанным погрузчиком тут морочился? Их же толкать можно без проблем. Ну-ка, что там? Ровный пол? Окей, первый пошел. Второй пошел. Третий надо отмагнитить. Эть! Эй! Опа! Так, а дальше что? Куда? Вот в этот радиоактивный бассейн! Ну все, теперь третья нога вырастет. Или отвалится. С этой радиацией не угадаешь, как карта ляжет. Так, а это что? Так, магнит. А, это кран. Это с его помощью я должен туда отходы сбросить. Понятно. Первый есть. Что тут, какие кнопки нажимать? Идеально. Только зачем мне кран? Я же так могу побросать. Ну все, сейчас за минуту все сделаем. Придумали тоже краны какие-то, погрузчики. Ха! Ну теперь-то что? Что ты не толкаешься? Толкайся, давай. Предыдущая вошла, как Дед Мороз, трубу. Что тебе-то не хватает? Что? Одно очко исследований? Иллюминатор? Вы серьезно? Вы хоть знаете, сколько я страдал, чтобы добиться успеха в этой операции? Ладно, хоть деньгами не обидели. Все, надо быстренько валить отсюда. Так, погодите, а что, если погрузчик прижать лифтом? Это, конечно, авантюра, но ведь страсть, как интересно посмотреть. Так, интересно, а погрузчик можно руками толкнуть? Ого! Я что, настолько сильный? Или это погрузчик такой легкий? Так, оставим свешенной заднюю ось. И запускаем. Сейчас чую, что-то эпичное будет. Ха-ха-ха. Это тебе за то, что ты мне столько страданий доставил. Надо селфи сделать. Ладно, похоже, больше ничего интересного не произойдет. Ощути силушку мою капитанскую. Ну все, вперед, к дому. Вообще лифт проектировал молодец. Все для безопасности предусмотрено. Смотрите, перила тут. Туда ведь не провалишься. Мои ноги, черт! Да как меня угораздило! Я же спасатель высшей лиги. Себя-то я точно должен спасти. Так, теперь надо выход найти из пещеры. О, ящички. Электромотор, баблишко и поинт. А тут что? Поинт, баблишко и логика. Они вообще задумывались над тем, что если я здесь один внизу, то единственная польза от этих ящиков в том, что я гроб себе только смогу смастерить из них. Может, бассейн куда-то впадает? В настоящий момент он впадает только в мои воздухопроводящие отверстия. Так, надо успокоиться. Ё-моё, тут же кнопка лифта есть. Ура, работает, я спасён.
и гроб делать не надо будет. Так, стоп. Погрузчик-то мешает же. Надо его отогнать в сторону. Не в ту сторону! Это вилы. Теперь точно край. Ну, раз уж я себя тут погубил, давайте на это смотреть хотя бы с наилучшего ракурса. Все, погрузчик больше не работает, почему-то. Надо применить мою силушку капитанскую. Это не я. Может, его как-нибудь вывернет и лифт ниже опустится? Определенно, да, но все еще недостаточно. Подождите, я же мастер паркура, помните? Так, тихо-тихо, стоп. А сейчас прыжок на $1 000 000. Да, ха, съели! Меня невозможно уничтожить никакими ловушками. Теперь точно домой. Я даже зауважал этот погрузчик как достойного рыцаря, павшего в битве с моим гением. А что если... А, ладно, не буду больше экспериментировать. Но достопримечательности нужно осмотреть. Что у нас тут? Труба? Это же АЭС. Тут должно быть какое-то высокотехнологичное оборудование, кроме погрузчика. Тут у нас что? Реактор собственной персоной. А если туда прыгнуть? Нет, тут я кони точно двину. Еще какие-то двери. Тут турбины. Короче, атомная станция — это грелка, реактор, генераторы, турбины и труба. Все просто. Можно самому такой бизнес мутить. Все, к дому. Только я на лифте не поеду. У меня с лифтами плохие ассоциации с недавних пор. Так, а тут что? Тут люди вообще есть? Туалет, душевая кабина. Стоп. Что, душ можно принимать? Где это я? Это рай? А, не. Как я тут оказался? Что происходит? А, понятно. Ну а тут что? О, мячик. Заберу, как трофей, на память о моей победе над этим местом. О, смотрите, баклан. Надо попробовать поймать баклана. Ишь, какой нежный. Так, теперь потихонечку. Стоп! Хватит на сегодня, все. Щука центральному прием. Центральный щука слушаю. Задача выполнена, отходы доставлены в нужную точку. У них там с погрузчиком какие-то проблемы. Возможно, зажигание барахлит. Вы ребятам передайте. Прием. Поняла вас, отходы ликвидированы. Передайте на станцию, что у погрузчика зажигание не работает. Да, спасибо. Возвращаюсь домой. Принято, счастливого пути. Пока возвращаемся домой, хочу сказать главную мысль, которую я сегодня понял. Баклана гораздо сложнее поймать, чем может показаться на первый взгляд.
Эгей, здорово, друзья и подружки. Готов поспорить, вы не ожидали увидеть подобное видео у меня на канале. Ну что ж, а я сделал, и учитывая, что он не вписывается в общую научную концепцию канала в целом, решил создать отдельный плейлист, который будет называться «Приключения капитана Алекса». Ну а технические детали по постройкам будут в другом плейлисте, ибо это совсем разные жанры. Пишите, понравилось ли вам такое творчество в комментариях, и если да, то я обязательно запишу еще. Ну а на сегодня все, спасибо, что посмотрели, всем удачи и до новых встреч!